Помни, хочешь поиграть со мной в... Помни. Ты как будто кое-кем одержима. Рогата, прости, у меня были дела. О, тебе нравится Джекс? Типа того, вот только он не знает. Ты что, надо ему сказать. Ну ладно. Теперь-то тебе не нужно будет каждый раз панически строить крепость. С ума сойти, Джекс, ты лучший. О, вон он, смотри. Надо подарить ему что-то. Букет, например. Как будто идея так себе. Просто попробуй, ему понравится. Ладно, я попробую. Почти готово. Джекс? Помни, я занят, передай мне молоток. Я хотела подарить тебе. Спасибо. Нет, не может быть. Ты что, не знаешь, что такое молоток? Не бери в голову. Сам виноват, что доверился тебе. Но я просто... Рогата! Попробуем по-другому. Напиши ему стихотворение. Точно! Держи. Расскажи о своих чувствах со всей честностью. О, это я могу. Я этих глоинков в пол втопчу. Черт! Ой, все, вы меня поймали. Ой, моя маска. Ох, я им задам. Где же он? Джекс? Мое! Нет! А ну вернись! Не дождешься! Ну хватит уже! Ой-ой! Ну все, ты попался! А ну верни! О, да! Тебе крупно не повезло! Кушать, 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 да. кушать! Что за фигня? Дай хватит! Кушать! Гони вкусняшки! Эй, а ну кыш отсюда! Помни, что случилось, ты в порядке? В порядке, спасибо, что спросила. Вечно эти глоинки мусор за собой оставляют. Я пойду. И снова провал. Может, испечем шоколадный торт? Да, отличная идея. Вот так, да. Что-то тут не так. Нужен цвет получше. Кейн, мне нужны ингредиенты для торта. Не поможешь их достать? Держи торт. Да. О, он прекрасен, спасибо. Обращайся. Надеюсь, ему понравится. О, нет. Тортик, можно мне кусочек? Это для Джекса. Но я так хочу есть. Эй, помни, один кусочек, ну пожалуйста. Нет, и не приставай ко мне. Ой, я должен... Отдай. Она и правда испекла для меня торт. Какая прелесть. Что? Нет, что случилось? Похоже, торт был не совсем для меня. Я пошел. Почему именно я? Вкуснотища, можешь сделать еще один? Это все ты виноват. Ой, мне так жаль, помни. Может, придумаем что-то еще? Нет, с меня хватит. Прости. Чего плачешь? Ну и видок у тебя нелепый. Ну, рассказывай. Я хотела испечь для тебя торт, но потом пришел Кауфма и сожрал его целиком. Жадюга, но ты не унывай, я принес нам мороженое. Джекс! Наслаждайся. Как мило, спасибо. Немного нежности никогда не повредит. За работу, девчонка. Что? И поторопись, у тебя 3 минуты. Сколько надо на зонтик? О, нет! Что нет, это? Нет, тебя ждет плохо! Меня точно не ждет! О, нет! Я почти закончила. Да, я тоже. Я вот-вот. О, нет, моя маска. Ну, по крайней мере, никто не видел. Правда? Нет, я видел. Боже мой. Эти печенья просто дичь. Слишком медленно. Я покажу тебе высший класс. Та-дам! Ничего себе! Отлично. Слушай, Кейн, помоги, а? Конечно же! Готов. Ой-ой, поймал. Я за тобой слежу, ушастый. Да-да, пошел. Какой же мрак. Приветики. Да сколько можно меня пугать? Завязывай. О, ладно, сейчас достану тебе печенье. Вот так. Надеюсь, получится. Эй, что это было? Упс. Это еще что? Привет. Пока. По крайней мере, я пыталась. Эй, ты, клоун, где твое печенье? Вот же оно. Ах ты, предатель, отдавай. Эй, вы, она сломала мое печенье. Это неправда. Так, показывай печенье. Вот же. Ладно, живи пока. И буду. Вот так. Поторопись, у тебя всего 30 секунд. Часики тикают. Вот черт, надо ускоряться. Вот тут вот так и готово. Да, получилось.
уважаемый охранник, взгляните, у меня получилось. О, нет, стой, стой. Выбыла. Я не понимаю. Да что с ним не так? Посмотри, что ты наделал! Ты сам его уронил. Тебе я тут конец! Ни при чем. Ты был мне как брат! Я любил тебя! Рука у него тяжелая. А? Даже не треснула. Я почти у Дели. Почти. Да! Получилось! Молодец! Да, я молодец! Эх, ладно, секундочка. Готово, смотрите. Отличная работа. Ну почему именно пять зонтик? 5 секунд. Что? Черт, засада! Давай, помни, быстрее! Я не успею. Я это сделала! Ю-ху! Да, я лучше всех! Ой, упси. Ты проиграл. Офигеть, я осталась только трое. А как же, выживает сильнейший. Эй! И клоуны в самом не запихиваются пачки, просто чтоб ты знала. Козел. А, нет. Что со мной? Так странно. А, выход? Нет, Джекс, не надо. Я должен... нет. Я тебя не брошу. Помни, не ходи, это слишком опасно. О нет, Джекс. О нет, не могу поверить. Я что, сейчас рассеюсь? Джекс, только не ты. Я ничего не могу сделать. Это случилось. Он сейчас... Наконец-то. Джекс? Только не убивай! Нет? Пожалуйста! Наконец-то все закончилось! О, нет! Где выход? Бежим! Куда вы собрались? Нет, волк! Гадкие черти! Ладно, тут он нас не найдет, а? Вам от меня не спрятаться, сколько ни пытаетесь! Умрите! Нет! Ну что еще? Не смей их трогать! Рассматриваться! Но не они, так вы! Я вас в порошок сотру! Осторожно! Вот и все! О нет, это же наши друзья! Как ты мог, предатель? Не может быть! Ты правда веришь, что тебе хватит сил? Кажется, я все. А где остальные? Так, все, пора ставить точку. Чего? Ты где взял? Приберег его для особого случая. О, да? Стреляй! Спусти пар. И вновь ошибка. Умри. Нет! Джекс, стой, я хочу кое-что показать. Как же ты бесишь, надо было с тебя начать. Ты что, забыл все, что было между нами? Мы были... Эй, это не лучшими верно. Друзьями, нет. Кажется. Вкусняшка. Бред, я сотру тебя с лица земли. Нет! Прощай! Что? Печенька кончена, Джекс! Извини за задержку, дорогая. Кейн! Друзья мои! Мы в порядке? Да, мы живы! Какой чудесный день! Нет! Пожалуйста! Спасибо! Где ты? О нет, Джекс! Что теперь? Простите, но так будет лучше. Нет! Нет! Я не могу! Джекс! Добро пожаловать в новый мир! Ваше задание – дойти до другой стороны по стеклу и не упасть в пропасть. И как нам, по-твоему, это делать? Они же маленькие. Мы умрем. Эй, ну уже помни, это легко. Посмотри на меня. Я пойду первым. Видишь, легко? Пузырек! А, да, летать запрещено. Что? Как это может быть? Что, тросить и сделать первый шаг? Ты предатель. Завязывай. Ну вот, видите, все просто. Оп! Джекс! Спокуха! Что теперь? Правая. Правая. Левая. Пойду сюда. О, нет. Ну-ка, сюда. О, у меня есть идея. Так и знала.
Стой тут. Только осторожно, я не хочу смотреть. Да, получилось. Ты такая молодец. Теперь сюда. Нет. Я спасу тебя. Королёр. Не волнуйся, я держу тебя. Я соскальзываю. Моя королева. Королёр. Ты не виноват. Ты сделал все, что смог. Я не виноват. Правда. Он виноват. Ха! Вот так. Ты за это заплатишь. Вот тебе. Нет, вот стой, тебе. Хватит. Все кончено. Да, для тебя. Умри. О, нет. О, моя королева. Королёр. Слушайте, кажется, я придумал, как нам решить эту проблему. Вот и нам сюда. Окей. Так. И куда мне теперь? Я не знаю. Доверься интуиции. Ладно. О, получилось. Все будет хорошо, обещаю. Идем. Так, а теперь куда? Ты сможешь, Гэнгл, не бойся. Ну, я не знаю, какую выбрать. Эту. Ладно. Получилось! Вау! Потрясающе! Теперь я! Давай, помни! Да! Нет! Как такое возможно? Но ведь я не упала! Наверное, ты просто ничего не весишь. Ой, помни! Мне так жаль! С Рождеством! Вперед, пузырек, мы должны доставить всем подарки! Да-да-да-да-да! Все зависит от нас! Нам нужны сани! Сани! Офигеть! Ну что, погнали, пузырек? Погнали! Нужно больше пузырьков! Мы готовы! Мы готовы! Тогда летим! Туда летим! Неужели мне не суждено найти выход? Паркуемся, пузыречки! Стоп! И? Что ты делаешь? Счастливого Рождества, помни! Мы принесли тебе подарок! Вот он! Подарок? Открой его! Надеюсь, он тебе понравится! Что это может быть? Стрела? Может быть, она указывает на что-то или... Стоп! Это выход? О, боже! Это реальность или я сплю? Спасибо, Кейн! Где это я? Это здесь я попала в цифровой цирк. Компьютер отключен. Я свободна! Наконец-то! Не день, а какая-то полная лажа. Чего нос повесил, Джекс? Чего? Тебе все еще скучно? Подарок? Открывай, это тебе. Серьезно? Чума. Я даже представить не могу, что там внутри. Эппоньк, Сезам, откройся. Да ну, глазам не верю. Санта Кейнос, ты волшебник. Ю-ху! Всем занять позицию. Это лучшее Рождество в моей жизни. О, любимая моя, как же я скучаю. Вот бы ты была рядом. Веселье приносит и вкус бодрящий. Это мне? Праздник Хорнстромпа всегда настоящий. Что у нас тут? Не понял. И что с этим делать? Ладно, и что? Шахушки-матушки! С таким дворцом и подушки не нужны! Дорогой, это ты? О, боже мой! Я так скучал, моя королева! О, я тоже, милый! Ну что ж, мы угадали с подарком! Отлично! Ой, я никому не нравлюсь! Даже подарков на Рождество не подарили! Это не так! Кейн, а ты что на себя нацепил? Хоу-хоу, Кейн, не знаю такого. Сегодня Рождество, я Санта-Клаус, а это мой верный олень-пузырек. Приятно познакомиться, рога. Познакомься с ним. Ну, ладно. Твои друзья любят тебя больше, чем ты думаешь. Задумайся об этом. Да, мы тебя очень любим. Я тоже вас люблю. Если бы я что-то могла пожелать на Рождество, загадала бы познакомиться с парнем. Хо-хо-хо, ты это заслужила. Это то, о чем я думаю? Привет, милашка. Привет. Не хочешь куда-нибудь сходить? Хочу, куда угодно. Блин, что ни делай, в зеркале ужас. Бесполезно. Наверное, легче просто сдаться. Привет, зуби-буби! А пугать было обязательно? Привет, пузырек, тебе идет. Я северный олень, и у меня для тебя кое-что есть. О чем ты? Подарок? Это мне? Серьезно? Можно посмотреть? Что это? У нас косплей-вечеринка? Оу-оу-оу! Это не для косплея! Давай сейчас помогу! Эй, не смей! Нет! Ну вот, как тебе? Ого! Я такая красивая! Посмотри на ноги! И не думают отрываться!
Круто. Мне нравится, Кейн. Счастливого Рождества, Зубл! Это лучшее Рождество, Кейн. Я задыхаюсь. Но почему она все время ломается? Что такое, Гэнгл? Ты почему сидишь грустишь? Маска опять раскололась. Так надоело. Санта все исправит. Санта? О, подарок. Ты серьезно что-то для меня приготовил? Ой, не могу открыть. Руки слабоваты. Ни слова больше. О, маска. На этот раз неуничтожаемая. Вот это да. Устроим ей краш-тест. О, невероятно. И еще один подарочек от меня. Ты красивая. О, спасибо, Пузырек. Эй. Пойду покажу ребятам. Ей понравилось. Отличная работа, дружище. Держи. О, подарок? Мороженка. Спасибо, Санта Кейнус. Ты заслужил это, мой друг. Ну что ж, пора домой. Ну и денек. Что-то я притомился. Ай, ну, я все равно не ждал, что мне кто-то что-то подарит. Ну, по крайней мере, мои друзья счастливы, только это имеет значение. Сюрприз! Ребята, вы пришли! И не с пустыми руками. Что там? Давай, открывай! Ого, мы тут все! Какое чудесное фото! О, друзья мои, да это лучшее Рождество на свете! Счастливого Рождества! И с Новым годом! Я больше так не могу! О, нет, Молли! Сюда, быстро! Да. Давай! Чуть не попались. Вы хотите, мои хорошие? Мы в безопасности. Что? Что это было? Ты чего? Что же я? Ну, привет! О, нет! Бежи! Быстрее! Нет! Даже не пытайтесь меня надурить! Опа! Нет! Нет! Отлично! Ты в порядке? Вы меня хоть как-то уведомьте в следующий раз. Ладно. Что? Иди полезай! Кейн! Давай убираться отсюда! Нет! Что ты наделала? А где остальные? Да! Я с тобой мигом разберусь, королем! О, нет! Какая классная крепость! Фух, еле успел! Нет, не бей меня! Что? Эй, смотри, куда прешь! Прости! Игрушки! Неплохо! Ну что, поиграем? Например... Гольф! Да, нет, пожалуйста! Пендель в небеса! Бежим отсюда! О, нет! О, нет! Из чего бы я рассеиваться? Что? Ты это с ней сделал? Чего? Да не! Джекс, я нашла выход! Ту-ру-ту-ру-ту-ту-ту-ту! По-моему, это выход для чего-то другого. Да! Конечно! Помни! Помни! Она же сейчас рассеется! О боже, сколько же ей осталось? Она будет похожа на тебя в твои худшие времена. Где выход? Ой, ну да, все. Эй! Она близко! Надо уходить! Да, бежим! Что? Что теперь? Туда! Стоять! Точно! Что нам делать? Может, устроить для нее ловушку? Давай! Где? Где? Нашла! Глорик! Умри! Помни! Я нашел выход! Выход? Да, иди за мной! Помни! О нет, она за ним не пошла! Эй, смотри, там выход! Я знала! Рогата, спасибо! Ты лучший в мире друг! О, спасибо! Я буду скучать! Я тоже! Не забывай меня! Никогда! Да! Бэм! Это за то, что ты меня стукнула, юная леди! Но... Народ, давайте-ка поставим вас на ноги! Вот так? Значит, выхода нет? Помни, вот тебе! Давай, лосипка, припи... Привет! Извините, помни, у меня для тебя новое приключение. Приключение? Да, но будь осторожна, там
рыщут монстры. Вот это тебе пригодится. Что? И что мне с этим делать? Ты будешь собирать минералы. Минералы? Время уходит, нам пора. Но где я их? Там и вперед. Ну, а теперь я. Та-дам! Что? Где это мы? Потом я сказал заплатить, а она послала меня. Как некультурно. Мы на месте. Начнем же миссию. Отдай мне все свои деньги. Кейн, ты дал, что ли? Не сходи с ума. Что это всего лишь маленькое делаешь? Приключение. Не отставай. Иди сюда. Поможешь мне? Кейн, что за дела? Ладненько, пора идти. Хорошо, идем. Давай, давай. Куда это ты собрался? А ты пойдешь со мной, юная леди. Но я... Я тут ни при чем. На суде об этом расскажешь. Я не могу. А? Где это я? Что это за прутья? Кейн! Отпусти меня, волк позорный! Нет. Должен же быть какой-то тайный проход или... точно! Кейн, я нашла выход! Что? Ты опять за свое? Идем домой! Что? Как так? Вот мы и дома. Помни, улетное было приключение, да? Если честно, я выдохлась. Отлично! Миссия прошла успешно. Ура! О, чуть не забыл. Нас ждет еще одно задание. О, господи, только не это! Знаю, калорий тут на бегемотах хватит, но какое это имеет значение? Калории полезны для мозга. Привет, Джекс. Эй. Изи. Кто здесь? Держи. Наверное, меня просто от голода глючит. О, нет. Кто это сделал? Райский вкус. О, нет. И как ты себя ведешь? Прости. Правильно, извиняйся, а не то, а? Эй, Джекс, извини, что отвлекаю, но не мог бы ты помочь мне с глоинками? Все в порядке, все в порядке. Ладно, будь здесь. Конечно, капитан. Я скоро вернусь. Ого, как неожиданно. Эй, а ну отдай! Оу, у меня отличная идея. Отстань! Помни, привет! У меня отличные новости. О, правда? Понятненько. Да, это сенсация. Я нашел выход. Серьезно? И где же он? Вон там. Ого, и правда. Наконец-то. Путь свободен. Вот ты настырная. Конечно же, это не та дверь. Никогда не надоест. Наконец-то все глоинки пойманы. О, как удачно! Держи голову крепче! Какого сюрприз! Что ты творишь? Не могу пошевелиться! Прощай! Эти глоинки не просто так появились, должна быть причина. А что, если они появятся снова? О, я как раз вовремя. О, нет! Они опять за свое! Дорогая, спаси меня! Бежим! Шикас! Отпустите! Давай, поднажми! Я пытаюсь! Вам нужна помощь? Да, пожалуйста! Хорошо, только не дергайся! Нет! Что ты делаешь? Помогаю, видишь? Гэнгл! Я вижу свет в конце туннеля! Гэнгл, нет! Я ничего не почувствовала. Паршивец, ты будешь наказан. Полегче, дамочка. Ай-яй, поймала. А ну стоять. Ах ты. Ой, я тебе уши бусом завяжу. Остановись. Ой, дело дрянь. Получай. Ой, прости. Ох, они никак не отстанут. Ой-ой, тупик. Бежать некуда. Успокойтесь, это мой брат, а я его в обеду не дам. Угу, ты мой герой! Не бойся, Джекс, мы его не тронем. Да, честное слово. Что здесь происходит? Ни на минуту одних нельзя оставить, сразу все вверх дном. Глоинки, они повсюду. Нам очень жаль. Должен сказать, весь этот беспорядок так-то твоих рук дело. Эй, это неправда. Конечно. Давай, наведи тот марафет. Ауч. Ну что ж, вряд ли это сложно. Отдай мне метлу! Вы, к сожалению,
пошло? Эй, Кейн рехнулся! Сегодня вы все станете ляльками! Вот это будет приключение! Что? Без возражений! Наслаждайтесь! Нет, стой! О, нет! Какой ужас! Отстой! Что с нами только что произошло? Вы останетесь такими навсегда! Да что с ним вообще? Ребята, Кейн подхватил какой-то вирус. Я своими глазами все видел. В него воткнулась какая-то флешка. Думаю, в этом и проблема. Я тоже заметила. Надо как-то ее вытащить. Я пойду вместе с Гэнгл. Хорошо, Зубл. Королер пойдет с Джексом, а Помни с Рогатой. Но давайте сделаем это. Хорошо, все готовы? А что насчет меня? А ты будешь охранять еду? Да, это самая важная задача. Серьезно? Блин, какая тупость. Эй, ты что делаешь? Ты грубиян. Да, я справлюсь. Ну что ж, тогда идем. Пойдем. Удачи, ребята. Интересно, где он? Понятия не имею. Паук! Джек, спаси меня, ой! Разбежался. Он же мне лицо откусит. Хватит трусить, это ж просто паучок. Не откусит он тебе ничего. Пойдем дальше. Откуда эти пузыри? Может, это Кейн? Я не знаю, давай посмотрим. Что тут у нас? Жизнь так сладка. Обожаю существовать. Так, вот план. Ты пойдешь спереди, а я пойду в ванну. Так, я справлюсь, я справлюсь. Почти добрался. О, нет. Паук. Паук? Где? Так, иди к папочке. Ёлки-мотелки, какие непочтительные детишки. Я тут вообще-то ванну принимаю. Как я хорош. А теперь ты, мелюзга. Ауч. Пока. Как больно. Тут столько комнат, что же нам делать? Ну, может быть, он за одной из них? Давай посмотрим. Тогда давай по порядку все проверим. Ой, не та дверь. Ого. Крутая песня. Бип-поп, бип-поп. Но Кейна тут нет. Может, тут? Что ж, явно нет. О, нет! Жуть какая! Я пойду. Так, эту дверь больше не открывать. Посмотрим, что у нас здесь. Прощайся с жизнью. Нет. Я ничего не видела. Кейн, ты здесь? Здесь никого нет. Стоп, а разве это был не... Да, Кейн, я нашла тебя. Тебя никто не учил, что медитацию прерывать нельзя? Он тут? Отойдите в сторону, я иду. Что здесь происходит? Это наш шанс, давай, лови его. Вы слишком крошечные. Вам меня не достать. Где же он? Что? Что? Вкусняшка. Что ты здесь делаешь? Я же просила тебя сторожить еду. Я обменял ее на леденец. Ты издеваешься? Я серьезно. Хотите? Ты нас подвел. Эй, мой леденец. Эй, что случилось? Есть новости о Кейне? Вы нашли его? Мы не смогли его поймать. Такая же фигня. А я видел его. Оп. Да ну, где? Я сторожил еду, как ты и сказала. А тут появился Кейн и предложил мне леденец в обмен на всю еду на столе. Но я и согласился, потому что сладкое я люблю больше. Как по мне, честная сделка. Он отдал его мне, а потом начал поглощать еду. И все съел. Однако он не заметил, что за ним остался след из объедков. Да, вот и все, что я видел. У меня идея. Давайте пойдем по этому следу и найдем его. Да, отличная идея. Отличная идея. Тогда полный вперед. Так мы точно его найдем. Смотрите, он там. И как мы туда заберемся? Слишком высоко. Мы могли бы разобрать меня на кусочки и зашвырнуть прямо к нему. Что ж, я с радостью тебя разберу. Но учти, будет больно. Что? Самую малость. Эй, можно было и понежнее. Ни в чем тогда кайф. Давай, Зубл. Я на месте. Отлично. Отлично. Ладно, я готова. Слушай, а может тебе пригодится компания? О чем ты? Моя маска. У меня идея. Мы поможем тебе, Зубл. Вот так. Забирайтесь. Молодец, Гэнгл. Давайте, живее. Отлично. Надеюсь, он еще спит. К счастью для меня, нет. Все-таки спит.
Ладно, помни. Аккуратно вытащи из него флешку. Ну, раз только я могу это сделать. Ладно. Фух, я пошла. Надеюсь, он меня не услышит. Как же страшно. Давай, давай, я справлюсь. Почти получилось. Молодец, помни, ты почти у цели. Почти, почти. Ты действительно думала, что ты такая умная и сможешь меня одолеть? Прости, стой, ты будешь наказана. О, нет. Помни. Сейчас же расколдуй ее. Ну уж нет, вы останетесь такими навсегда. Ты поступишь так с нами. Еще как поступлю. Я лучше всех. О, нет. Ты нам надоел. Ты позволишь? Вот тебе. Ауч. Какого... О, что это было? Он вернулся? Будем надеяться. А вы чего такие мелкие? Так-то лучше. О, наконец-то. А это что? Это у тебя из спины торчало. Правда? Какая опасная вещица. Ладно, ребята, у меня для вас сюрприз. Большой бир. Бон аппетит, друзья. Да уж, за это можно и пострадать.